Всем привет! Мася кушает. Он рычит на меня. Боже, Мася, какой ты дикий такой. Мася уже проголодался. Кушает он косточки. Это его любимое лакомство, поэтому он вот так вот к этому относится. Так наш Марсюня кушает. Если к нему подойти, он, кстати, может укусить. Хоть он уже 5 лет у нас живет, но все равно вот так вот рычит. Маша, никаких других собачек здесь нет. Чего ты рычишь? Жорик, тем более в отдельном загоне, то... Кстати, Жорик иногда может выбегать и бегать здесь с Марсиком. Мася, все, нету. Идешь снова брать? Ну, идешь брать? Не понравилось, взял другую. Маш, ты не налый? Ты нам попу свою показываешь. Так, он кушает. Кто-то там еще кушает. И порыкивает, всякий случай. Видите? Мася! Ням-ням-ням-ням-ням. Мася, Марсюсенька, папусенька. Ну опять попа к нам повернулась. Ну показывай, как ты кушаешь. Всем же интересно, как ты кушаешь, а не как ты попу нам сюда показываешь. Кушай, Мася, кушай. Папусенька, еще что там берет? Кушает, кушает, кушает. Мася кушает. Мася кушает. Кушает, кушает. И порыкивает. А вы ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы первым узнать о появлении моего нового видео. Всем пока!